Итоговое событие компании Global Intellect Service, да, в Crocus City Hall проходит, то жди на сцене, конечно же, его, а именно, как вы думаете, кого? Технического директора компании Global Intellect Service, Булат Имамов. Ваши аплодисменты. Раз, раз. Привет. Еще пару сюрпризов. Да. Окей, мы все с вами знаем, что у нас последние два года проходили в таком формате диких челленджей. Это 2020 год. Мы все с вами помним, что он был довольно-таки непростой. Количество клиентов на уровне 5800 активных ежемесячных клиентов. А 2021 год у нас ознаменовался, да, все правильно, ростом по количеству кастомеров, пользователей. Здесь мы ставили перед собой цель вырасти в два раза. Вы помните, с 10 миллионов инсталлов до 20. На сегодняшний день мы уже перешли эту границу и приближаемся к большей цифре. И на этом мы не останавливаемся. И, как вы знаете, челленджи продолжаются. Буквально недавно с департаментом масштабирования совместно с компанией была поставлена цель на 2022 год. Вы знаете, это год партнера. Это прирост в количестве партнеров плюс 10 тысяч. Миссия компании UDS — это про деньги, да? Помним. Так вот, мы все с вами знаем, что в нашем бизнесе продажи совершает партнер, и чем больше партнеров, тем больше продаж. Мы со своей стороны, как компания, совершаем все возможное, делаем, совершенствуем продукт, работаем с пользователями, делаем все возможное для того, чтобы продукт стал продавать еще проще. Вспомните выступление моих предыдущих коллег. Теперь станет еще проще. И каким же будет этот год для наших партнеров, какими инструментами, какой поддержкой от компании он будет ознаменован, сейчас об этом немножко поговорим. Мы у себя внутри делим всю поддержку на две части, так называемую маркетинговую и технологическую. Если говорить под маркетингом, мы понимаем продвижение, которое способствует развитию бренда и упрощает продажу продукта для партнерского сообщества. Давайте немножко поговорим про маркетинг. Еще в 2021 году мы расширили штат маркетинга, добавили туда людей и сформировали фокус-группу, которая будет работать непосредственно с сообществом партнеров, помогая им расширяться, масштабироваться и развиваться. Это фокус-группа, которая будет работать непосредственно с департаментом масштабирования, и в их обязанности будет входить несколько главных задач перед днем рождения компании, о которых мы сейчас с вами поговорим. Еще в 2021 году они провели ряд экспериментов. Те, которые были из них удачные, мы заложили в основные инструменты, которые будем масштабировать в 2022 году. И на наш взгляд, это должно помочь как сообществу, так и компании для того, чтобы достичь поставленных целей. Первое — это так называемое медийное поле, работа с исходящим, помощь сообществу при работе с внешним миром. Основной задачей этой фокус-группы будет заключаться работа с социальными медиа. Это социальные сети, сообщества, мессенджеры, офлайн-оповещение письма, онлайн-оповещение письма, пуш-уведомления. Различные способы контактировать с существующими партнерами и с потенциальными партнерами, для которых может быть интересна многоуровневая партнерская программа. Задача будет заключаться в поиске таких каналов, в улучшении существующих. И как надбавочная ценность мы планируем, что данная фокус-группа будет помогать в том числе лидерам компании, лидерам мнения внутри компании, отраслевым топ-лидерам, помогать ввести их социальные медиа, помогать ввести их странички, помогать им с контентом и прочие полезные штуки, связанные с исходящим потоком информации о нашей с вами индустрии. Спасибо. Дальше. Как уже говорили мои коллеги, Сергей, Станислав, мы пробовали в 2021 году осуществлять различные розыгрыши среди предпринимателей, среди пользователей, получили колоссальные на самом деле результаты. Я напомню, буквально Сергей проговаривал, город Улан-Удэ, официальное население 413 тысяч человек, еженедельная активная аудитория пользователей 120 тысяч человек. Каждый третий в городе знает, что такое UDS. Это все достигается благодаря тому, что создается информационное поле вокруг продукта, информационное поле вокруг предпринимателей, вокруг пользователей, что само по себе, как следствие, помогает партнерам проще объяснять клиенту, каким образом можно в этой экосистеме еще и зарабатывать денежные средства. Эту историю фокус-группа в течение ближайшего времени будет заворачивать в готовое решение с
четким алгоритмом действий, что нужно делать после чего, каким образом привлекать клиентов, каким образом вовлекать их в эти розыгрыши. Компания со своей стороны будет полностью помогать освещать это в медиа. Упаковка будет содержать в себе инструкции по работе со спонсорами и прочие материалы для того, чтобы партнеру или любому участнику сообщества не нужно было тратить на это свою энергию, чтобы вы могли воспользоваться готовым решением, упакованным решением, которое уже сегодня приносит готовый результат. Дальше. Больше контента о сообществе. Это очень важный момент, который мы буквально на днях обсуждали с департаментом масштабирования. Мы сошлись здесь во мнении, что очень важно доносить правильное позиционирование многоуровневых партнерских программ. Важно, чтобы это делали лидеры мнения, важно, чтобы это делали топ-лидеры индустрии в целом. И вы уже заметили, буквально недавно вышло первых два выпуска подкаста «Партнерские сети» с нашими партнерами. Работа в этом направлении уже началась. Она будет только масштабироваться. Это будет аудиоконтент, видеоконтент, текстовый контент. Все это будет направлено на то, чтобы помочь потенциальному партнеру правильно понять, как это работает, в чем преимущество и каким образом можно стать частью этого сообщества. Дальше. Поддержка на TV. Это ретро-канал рекламы, который мы очень сильно любим. У нас есть разного возрастного, скажем так, поколения и клиенты, и партнеры. Есть потребители контента на телевидении в том числе. В 2021 году, уже Станислав говорил, мы запустили ролики для пользователей о рекомендации, о том, зачем нужно скачивать. Проводили эксперимент в городе Пермь и Тюмень. Эксперименты были связаны с тем, чтобы, скажем так, подогреть аудиторию за 7 дней до начала форума, который проходил в этом регионе. Мы все с вами знаем, что кто-то смотрит телевизор, кто-то нет, но все равно в фоне где-то мы всегда слышим контент, который к нам идет из телевизора. Нам не обязательно смотреть изображение, можем слушать звук. И на самом деле, на наш взгляд, этот инструмент очень хорошо помогает как предпринимателям лучше узнавать о новых решениях на рынке, так и партнерам чувствовать себя увереннее, когда их взаимодействие с клиентом сопровождается еще и дополнительной рекламой на каналах по телевидению. Станислав уже говорил, что в этом году мы планируем снять ролики для предпринимателей. Тут хорошие новости, мы чуть-чуть опережаем график, поэтому я попрошу коллег сейчас эти ролики поставить. Получать обратную связь от клиентов можно по-разному. Подслушивать, вести слежку или узнать силой. С UDS все проще. Получай обратную связь прямо на телефон. С системой лояльности UDS клиенты будут возвращаться снова и снова. Будут покупать больше и рекомендовать вас друзьям. UDS. Дайте клиенту повод вернуться. Это короткие ролики, основанные на обычных простых УТП нашего продукта, универсальных торговых предложениях. Это зачем скачивать, чтобы клиент возвращался, и зачем важно получать обратную связь, и какие есть простые способы, чтобы эту обратную связь получить. Здесь два момента, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Первое — это вкусный, готовый продакшн, готовый к употреблению уже здесь и сейчас. Это готовые ролики, они есть, они длиной 15 секунд, есть в разных форматах, разрешениях. Доступно к размещению не только на телевидении, и в социальных сетях, и прочих. И каждому из этих роликов мы делаем сопутствующую документацию, которая помогает в кратчайшие сроки запустить эту рекламу на телевидении. Второй важный момент. Все эти инструменты, они абсолютно бесплатны для партнерского сообщества. Это вклад компании, вклад фокус-группы для того, чтобы вам было проще взаимодействовать с клиентом буквально 15 секунд, чтобы понять, что он будет покупать, для того, чтобы понять, зачем ему этот продукт нужен. Следующий инструмент, над которым будет работать фокус-группа, это форумы. Это сильнейший инструмент нашего с вами сообщества. Как мы считаем, поскольку лишь в 2021 году на территории России за год прошло 58 форумов в различных городах по России. Это форумы, на которых участвовали предприниматели, форумы, на которых участвовали партнеры. И задача фокус-группы в том числе собрать полностью, упаковать процесс проведения форумов от А до Я, добавить туда различные цифровые решения, такие как сайт, помощь с трафиком в медиа, контекстная реклама, рекомендации по поиску спонсоров, полный алгоритм действий, полностью информационная поддержка, поскольку мы верим, что этот инструмент, он уникален, и подобного инструмента нет ни у одного другого сообщества. У других IT-компаний очень сложно с этим дело происходит.
Наши же партнеры очень инициативны в этом плане, и мы хотим со стороны компании поддержать все начинания сообщества, помочь для того, чтобы вы могли масштабировать эту историю. И это что касается маркетинговой поддержки. Еще раз, цель этой команды… Спасибо. Цель этой команды будет заключаться в том, чтобы создать такие условия работы для партнера, такие условия работы для сообщества, чтобы партнерам из других сообществ здесь было интереснее. Дальше. Ура. Еще один небольшой сюрприз. Это второй фронт работы, это технологическая поддержка. Мы IT-компания, мы разрабатываем софт и считаем, что партнеры должны получать должную технологическую поддержку. И тут мы подготовили тоже небольшой сюрприз. Мы хотим вам помочь. Мы хотим, чтобы вам было проще масштабироваться. И поэтому уже в ближайшее время мы создали полностью с нуля новое приложение для поддержки партнерского сообщества для платформ Android и iOS, чтобы вы могли на своих топовых устройствах использовать максимально эффективно свой бэк-офис. Мы изначально заложили новую архитектуру, мы не стали делать это обновлением существующего приложения, которое вы уже знаете давно перестало быть поддерживаемым. Мы воссоздали это приложение с нуля, и уже сегодня оно проходит прямо финальные тесты. Уже в ближайшие дни мы надеемся, что 15 февраля свет увидит это мобильное приложение. Очень сильно все зависит от Play Market App Store, от того, какое количество времени будут это приложение проверять. Сегодня уже, я акцентирую ваше внимание, что это первая версия приложения, но тем не менее сегодня уже оно умеет решать все ваши повседневные задачи и даже чуть-чуть больше. Это работа с вашей структурой, работа с продуктом, работа с финансами. Это история, небольшая аналитика, самое главное — уведомления. И очень важно сейчас понять, что это долгоиграющая история. Мы не говорим, что мы выпустим приложение, и на этом все закончится. Мы хотим сделать это проектом 2022 года, вложить в это ресурсы. Мы выделили разработку, мы выделили на это время. И, как я уже сказал, мы смотрим на этот продукт очень широко. Мы изначально заложили гибкую масштабируемую архитектуру. У нас есть четкий план, у нас есть видение, у нас есть обратная связь от партнеров. Самое главное, у нас есть департамент по масштабированию продукта, который поможет нам сделать сервис, даже не мобильное приложение, а сервис, который станет частью вашей жизни, частью вашего бизнеса, ассистентом, упрощающим ваши продажи и работу в больших командах. Как это будет выглядеть? Я расскажу небольшую историю. Я не стал готовить макеты. Я хотел вам просто рассказать историю о том, как проходит ежедневное, скажем так, утро обычного человека. Мы сами просыпаемся, берем в руки телефон, начинаем мотать ленты, Инстаграм, ВКонтакте. Мы потребляем с вами контент. Зачем нам это нужно? Мы всегда хотим быть в тренде. Мы всегда хотим понимать, что произошло, как нам спланировать день. У кого-то от этого вообще полностью планируется месяц, неделя, а то и года жизни. Мы хотим реализовать набор фич, который ключевым словом внутри команды назвали фид. Уникальная лента новостей для каждого партнера. Эта уникальная лента новостей представляет из себя абсолютно все события, которые возможны в жизни партнера в ГИС, так или иначе влияющие на его бизнес. Это абсолютно все, что происходит с партнерами в вашей структуре. Это абсолютно все, что происходит с вашими клиентами, с клиентами в вашей структуре. Это полный лайфтайм компании, это все события от Крокуса, от дня рождения компании, форума, до региональных форумов, круглых столов, завтраков. И более того, возможно, ваш куратор захочет оформить встречу со своей командой, выбрать конкретных партнеров, и партнеры смогут получить уведомление в своей ленте новостей и спланировать свой день. У нас большие планы на этот проект. Мы очень сильно в него верим, и мы верим, что это поможет партнерскому сообществу масштабироваться. Очень большое количество обновлений запланировано, и более того, это приложение, этот фид должен стать местом уникального контента от топ-лидеров индустрии. Это подкасты, это статьи, это истории успехов. Самое главное — это методы работы для достижения поставленных целей. Lifetime — это все события, которые возможны только в рамках вашей жизни в ГИС. Автоматизация рутинных процессов, такие как списки, контроль изменений в структуре, напоминания о звонках, о встречах. Само по себе в сервис бэк-офис X поколения мы закладываем идеологию простой работы с командами размерами с целой страны.
то, к чему... То, к чему стремится партнер в абсолютно любой компании, чья модель связана с многоуровневыми партнерскими системами. Иметь в руках прибыльный масштабируемый бизнес, вмещающийся в один карман. Это цель нашего проекта. В заключении своего выступления я бы хотел сказать, что мы с командой, с лидерами хотим совершить прецедент на рынке партнерских программ и создать первый в отрасли полноценный ассистент по работе с продуктом, где продуктом является сама партнерская сеть. Все просто на самом деле. Мы с вами уже создали замечательный продукт, аналогов которого не существует, UDS. И за то время, которое мы занимаемся этим продуктом, мы обросли очень сильной, мощной, верной командой, в том числе и партнеров, клиентов, разработки. У нас 8 лет опыта. Это QR-код, который ведет на обыкновенную, самую простую форму, на которой любой партнер может внести свой вклад в развитие партнерского сообщества либо данного приложения. У нас есть абсолютно все. Единственное, о чем я прошу вас, мне помочь, помочь моей команде, помочь нам, лидерам департамента масштабирования, дайте свою обратную связь, внесите свой вклад в партнерское сообщество и помогите нам создать продукт, аналогов которого в отрасли многоуровневых партнерских программ не существует. Спасибо.